Установка дефлектора 2D от компании Стрелка 11 на Haval Julian 2D, то есть плоский. Видите, даже мягкий. Но при установке будет жестко стоять, я вам покажу. Перед установкой дается спиртовая салфетка. Протираете там, где будете клеить. Видите, мы сделали уже технологическое, открыли окно для проветривания. То есть она его будет уже перекрывать. Снимаем защитную пленку. Установка происходит по верхней части хромодетали и по боковой. Здесь он будет висеть в воздухе. Зафиксировали, переходим к передней части. Видите, здесь еще защитная пленка, я могу спокойно положить. Фиксируем снизу. Смотрим, чтобы он перекрывал хром. С хрома детали тоже будет. Берем что-то чистое. Здесь внешний тоже пока в пленке защитный. Придерживаем слегка и начинаем его приклеивать. Можете делать усилия. Установка второго дефлектора. Также снимаем защитную пленку. И смотрим на передний дефлектор. Видите, у Julian чуть-чуть дверь неправильно по высоте. Делаем немножко выше, но чтобы подходил к первому дефлектору. Слегка нажали, выпрямили, как бы здесь вот. Смотрим, да, у нас сходится по высоте. И приклеиваем здесь, тоже по верхней части. То же самое, берем тряпочку и приклеиваем. Видим, что у нас здесь ровно сходится. Ну, единственное, конечно, я понимаю, что дверь чуть-чуть не сходится. Хотите, сами открывайте окно, подравнивайте дверь. То же самое здесь в воздухе. Также идет третья часть, декоративная, для декора, то есть, чтобы закончить весь вид. Здесь специально идет выемочка, то есть, это мы хром закрываем, выемочка, чтобы при открывании двери, здесь идет резинка, вот она, не задевала. Слегка тоже приложили, видим, что ровно. Края по верхнему краю прикладываем. И то же самое приклеиваем. Сейчас будем снимать защитную пленку.
Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.